Ну-ка, 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 эту в сторону пока. О, все, сейчас скорее заведет. Оп, все. Красная машина. Белая машина. Прошу позвонить, когда с конференции выйдут. Серая машина. Эй, ямщик, поворачивай к черту! Чтобы поймать сама, сила нужна ума. Все, приехали. Ищите меня на берегу. Псих. Желание имеет множество возможностей, а нежелание множество причин. Поэтому мы с Юркой приехали на Дон с моим лучшим другом, которого я в свое время подсадил на фидер. Да? Да. Вот, пока Юрка палатку ставит, я уже прикормкой занимаюсь, потому что надо вечернюю зорьку пойти половить на мою любимую яму. По прикормке, значит, будет здесь жмых сначала, потом базовая магик. Так, будет еще вот такая горох. Это Армавир, Краснодарский край, прикормка. Вон он, Дон, батюшка. Не болтай, не наступи вон на коровье сюрпризы. Да, слушай, обмелел Дон-то. Достаточно сильно обмелел. Вот, смотри, тут пляж. Да. Интересно, что с водичкой? Да что, холодненькая водичка-то. Сидят мужики-то. А нам вон там надо сесть. Если мы тут пройдем вообще. А мы вот сюда. А где лодка? В прошлом году тут лодка была. И корягу эту развернула. Опа! А что хоть клюет-то? Да вот. Ух ты, карасишки. Карасины. Хорошие. Грамотный карась. О, ракушки тут какие бешеные. Фух. В прикормке жмых Тамбовский, база Липецкая, сама прикормка Краснодарский край. Так, Юрка первый обновился. Молодец. О, Юрк, я еще крупнее поймал. Ну, попробуй 0,16 поставь. Кто это есть-то? Это этот, подлещ. Подлещ. И рыбы нет. А, оторвал. Крючка нет. Хорошая? Подсак нужен? Чё, сошел? Коряга, что ли? Класс. Юр, я все-таки кого-то поймал. Чуть крупнее ладони, наверное. О, ну сильная штучка. Сегодня рыбалка, поймал, отпусти. Что ж вы тут все
к берегу-то плывете? Юра, опа, фрикцион. Блин, а у меня заклипсованный. Надо срочно расклипсовать. Причем Юрк взял на падении кто-то. А? Да, на кукурузу с опарышем. Да. Дай что ли подсачник. Как это, прости, у меня клюет? Что значит? Да ладно, я сейчас сам возьму. Сейчас я сюда только подведу. Хорошо, хоть ветер стих. Не пойму, что это. Подлечь, может. Что-то на сазана не очень похоже. Ого, а может и похоже. Ну-ка, этот в сторону пока. Ага, фрикцион срабатывает, это хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Только не в коряге. О, все, сейчас коряг заведет. Глянь, что он творит. Все. Капец. Капец. Не, купаться неохота. Че, неужели? Оно еще здесь. Че-то я не пойму. Че, все-таки сазан, что ли? Хоть покажись, глянут на тебя, что ли. Сазан? А не хочет. Сопливый, наверное. А, нет, сазанчик. Да ты мой красавец. Иди сюда. Сейчас, подожди, не хочет. Вот он. Сдавайся. Не-не-не-не, Юр, подожди. Сейчас еще чуть-чуть поближе. Не хочет. Силище. Цепляй. О, да. Юрец. Спасибо, я бы его без тебя не достал. Спасибо, братан. Я сейчас тоже кукурузу сяду, блин. Мазевый. Ну да, глянь. Да явно за килошка. О, ну теперь есть хоть с чем сфотографироваться. Ну. Вот это торпедина. Да что ты? Тихо. Вот это силище. Это тебе не карп. Да куда ж ты, господи? Юрк, что это, отпускать или брать? Да не, давай отпустим пока. Пока отпустим. Потом поймай. И опять к берегу. Ну что ж вы тут такие? Что там, колдуешь, что ли? На кукурузу, Юр. Да, закат шикарный сегодня.
левый, прям левый. И ничего нету. Хулиганка какая-то. Точно. Кидай поближе ко мне, конечно. Оп, сам отлепился. Да, здесь и клюет, кстати. Да, сразу. 4 кукурузины насадил. Опа-на. Такая поклевка, и, по-моему, ничего там нет. Да, точно, глянь, пусто. Лист. Осенний лист. Оп. Сидит кто-то. Мелкопакостный. Запутала собака. Ух ты, елки-палки. Вот это был буль. Так, что тут у нас? Как ты развязываться-то будешь? А, все. Юр, ну давай пока отпустим такую, да? Потом еще наловим ведь. Нет, кроме сазана, никого. Да, там только сазанчик. Плыви давай. Так, ну что, Юрий Валерьевич. Да отпускать-то отпускаю. Что, будем завязывать, наверное, на сегодня? Да, что уже темно. 2 часа рыбалки. И ветер был, и дождь был. Думаю, пора закругляться. Приехали, расположились. Все, на сегодня закругляемся. Донские приключения на этом не заканчиваются, а только начинаются. Пока. Все, Юрка. И мне теперь оторвать придется. Их. Оп. Все. Кило 800. Нормуль. Я думал, полтораха. Я улыбнулся. Да ну тебя, что ты хрюкаешь? Я храплю.